Mittlerweile hat sich die Veranstaltung so etabliert, dass wir auch ungefähr 30% der Besucher aus dem Ausland haben. В этом году мы уже определяем, что выставка немало известна стала, и уже больше 30% участников за рубежа приезжают сюда. Das ist aufgrund der Nähe natürlich hauptsächlich das europäische Ausland. Это в первую очередь, естественно, европейские стороны, участники, которые оттуда участвуют здесь. Aber wir haben auch Besuchergruppen, zum Beispiel aus Kanada, Chile, China. У нас есть и посетители, которые из Китая, которые из Канады, которые из Чили, то есть Латинамерики к нам приезжают. Это Das bedeutet doch, welchen Stellenwert die Amatechnica mittlerweile bei unseren Händlern und bei unseren Kunden hat. Это всего посетителей 29 стран и подчеркнует, естественно, сколько интерес, насколько вырос интерес и среди наших покупателей за рубежом.